Всем привет! В этом видео я сделаю обзор музея автомобилей в Шанхае. Вот такая площадка перед музеем. Вот здесь вход. Купил билет в музей. Билет 60 юаней стоит. Вот зашел. Такая вот карета. Ford пикап 51 года. Кадиллак 1948 года. Внутри здания такой вот стеклянный лифт. Тут, я так понимаю, три этажа. Дальше вот подошел к автомобилю Land Rover 68 года. Хунси 59 года. Древнее колесо 3500 лет, указывает табличка. Телега. Двести шесть лет. Велосипед. И самолеты тут, модели. Хунси 59 года. Бенц трехколесный 1886 года. Oldsmobile 904 года. Си-Никол 905 года. Бензиновый двигатель, судя по шильдику. Девятьсот второго года. На стенке образцы ключей старинных. Всякие клещи, зажимы. Лансия тип лямбда 924 года. Кадиллак модель М 907 года.
Крайслер 34 года. И рядом Линкольн 39 года. Как из старых фильмов, прям машины. Volkswagen 51 года. И рядом Ford модель Т 913 года. Аубёрн 1930 года. Роллс-Ройс Фантом 2 1935 года. И рядом Кадиллак 927 года. Бензоколонка старинная. Это Королла 1969 год. Чем-то мне Жигули напоминает. Мазерати 948 год. Еще одна автозаправка, сама колонка. Ford Thunderbird 955 год. Porsche 911 68 года. Ferrari 1985 год. Citroen 59 года. Smart 98 года. Volkswagen 98 года. Fiat модель 500 58 года. Шанхай 90-го года. Есть такой автопроизводитель, оказывается. Не знал. И на логотипе иероглифами Шанхай написано.
Волга 62 года. Шанхай 70 года. Бейдзин 1975 год. Он же Пекин. Чем-то на УАЗик смахивает. Следующий автомобиль Виллис 41 год. ВАЗ-69 1966 года. Очень мне знакомый автомобиль был у моего деда. Аустин 1922 года. Ягуар 58 года. Хунгси 73 года. МГ 37 года. Верх откидной. Такая приборная панель у него. Крутая машинка. Астин 36 года. Форд 1907 года. Кадиллак 1906 года. Мобиль 904 года. Куча моделек разных автомобилей. Rolls-Royce 1921 год. Renault 1922 год. Большая такая машина. Stanley 1906 года. Панхард 1902 года. Лезёбрия 911 год. Кимон 1890 год.
Peugeot 902 года. Тут такая цепь у него. Bentley 1928 года. Picard 1934 года. Mercedes-Benz 1955. Ford 1950. Porsche 1936. Chrysler 1931. Chrysler 1948. Кадиллак Эльдорадо 1955. Кадиллак 1931. Линкольн 1956 года. Бьюик 1941 год. Крайслер 1957 год. Бьюик 1958 года. Шевроле Корвет С1. Ягуар 1951. Альфа Ромео 1967 год. Mercedes-Benz 61 года. Jaguar 1967 год. Aston Martin 1961 года. NSU 1964 года. Мессершмитт 1958 года, трехколесный.
MG 1965 года. BMW 1960 года. Тоже трехколесный. Datsun 1970 года. Mazda 1967 год. Porsche 356 1964 года. Maserati 1970 год. Honda 1970 год. Экспонаты заправочных станций 1920 года, американская станция. Тридцатого года, тоже американская станция разлива масла, походу, мотор ойл. Огнетушитель 1920 года. Газовый баллон 20-го года. Тоже, скорее всего, разлив масла. Станция. Года. Стационарная станция разлива масла, я так понимаю, США. Газовая станция США, 1930 год. Воздухомер 1920 год США. Машина Coca-Cola США 10 центов. Напиток Coca-Cola 5 центов тоже. Coca-Cola 1940 год США. Jukebox, не знаю, как переводится, 50-го года. Напишите в комментариях, что это за машина. Pontiac 1970 года. Хунси 74-го года. То ли специально капот у него сняли, то ли нету у них. Не знаю я. Ну, можно взглянуть, что у него под капотом. Сунхай Мото 1970 год. Феникс Басикл 70-го года. Шанхай 1974 года.
мотоциклы Чанзян Мото, 1980 год. Синфу Мото, 60-й год. Красный. 1968 год. Ровер. МВ 1976 года. 2002 турбо модель. Феррари 1966. Модель 1964. Феррари 1970. Также Феррари 82 год. Феррари 83 год. 75 год. Фольксвагена расчехлили на составные части. Все подвешено. Красивый такой экспонат. Вильямс 93-го года. Тысяча девятьсот семьдесят пятого года. Автомобиля в разрезе, правда нет указателя, что это за марка. Шанхай 2002 год. Шанхай Volkswagen. Роеве, если правильно читаю, 2009 год. Вообще такого не знаю производителя. GM, 96 год. Прошел я все экспонаты в данном музее. На этом буду завершать данное видео. Мне очень понравилось. В музее автомобилей много нового для себя узнал, увидел. Надеюсь, и вы что-то для себя полезное получили. Ставьте лайк, кому понравилось видео. Также комментировать не забывайте видео. Что вам понравилось в данном музее, какие экземпляры. Также подписывайтесь на канал, будет много интересного. На этом все. Спасибо за внимание. Все, пока. Пока.